простите меня, прости меня. Алена, иди. Ну, я жду меня. Геннадий Тихонович. Он вас не услышит. Добрый день. Простите меня, вы что теперь говорите? Да за что? Ничего не имею. А раз не имею, прощать нет. Спасибо, что я где наши братья? Здорово. Что мне тебе прощать, это не бежонцы? Господь, прости. Я прощаю. У тебя еще много осталось-то? Красный. Что последнего? Последнего, да? Нет, а дома еще есть? Да. Есть, да. Ну, вот, я это мужчина. Ага, вы видите? Да это то, что слава Богу. Читать надо. Обязательно. Есть, спасибо. А такой вот есть. А такой есть? У меня есть. Надо читать. Читать вот это. Грешно, мало читаю. Где наша лошадь стоит? Лошадь, где наша лошадь? Внизу стоит. Что, все, ну, пошли. А где наши дамы-то? А Надежда Васильевна? А где она? Я не знаю. Там она. Таня пришла. Вон она идет, зверя. Пойди, Таня не идет. Белые руки. А он Таня. Алексей, ты куда его не видишь? Покажи. Алексей, ты куда его? Телефон-то отдали? А? Телефон получил? Да, вот он. А где ты? Там священниками в ряду не стоял? Стоял. А я недолго. Алексей, я видел, но только начали. Я как Ирею подсказал, по сути, раскрыл. Вот ты где? Давай обнимай за меня по голове, Христос. Мы все священники, мы поговорили. Это благодать, это твоё. Ты не забыл еще передавать? Страх. Прости, Алексей, страх. Прости меня, Родик. Ну, прости.
Чего как вот? Настроение? Слава Богу. Слава Богу. Хорошо, все было. Картины. Вот коробку вот. У тебя есть загуляли все? Ну, был, но не знаю сейчас. Хорошо.